Я скучаю по нашим субботним вечерним вылазкам. Я не против, чтобы раз в неделю мы проводили вечер вместе. Ты что, издеваешься? В каком смысле? Ты же пялился на ее задницу в моем присутствии. Думаешь, она заметила? Нафига ты так палишься перед женой? Палишь телку метров за 10, заранее поворачиваешь голову в нужную сторону и тупо ждешь, пока задница не окажется в поле твоего зрения. Но ты же пялишься. Так ведь случайно. А, если это ваша жизнь. Да что с вами двоими творится? Окончательно помешались на сексе. Ты чего делаешь? Фотографирую мозгом на память. Если у вас те же проблемы. Большинство женатых мужчин считает, что если бы не жены, они переспали бы со всеми тёлками вокруг. Есть решение. Я выдам тебе пропуск. Что? 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 Брачный пропуск. Брачный пропуск. Право на неделю забыть о браке и развратничать без последствий. Следующие 6 дней только ты и я, приятель, только комп и рубли. Вырубай, а я пока напишу секретарше. Этой зимой. Парни, вы уверены, что Эпплби самое лучшее место для съема горячих телочек? А может быть тогда в Муму? Долгая предстоит неделька. Думаю, пора на боковую. Ну что? Еще только начало 10-го. Времени в обрез. Наслаждайтесь каждой минутой. Смотрите, что у меня есть. Что это? Шоколадные кексы. Я такой развратник. А ты каким мылом пользуешься? Дав? Дав, мне нравится. Потрогай. Какая нежная. От создателей фильма «Все без ума от Мэри». Может, позвоним женам, попросим вернуться? Если мы не покажем им, что пропуск — правильная идея, вся тема рухнет для всех мужиков, понимаешь? А шлем зачем? Ёлки обожают мотоциклистов. Эти фразы я использую, чтобы подкатывать к тёлочкам. Добрый вечер. Привет. Ола. Вот поэтому я тебя звала в гей-клуб. Простите, у вас салфетки хлороформом воняют. Шутка. Меня зовут Фред. Выпьете что-нибудь? Оуэн Уилсон. Вау. Джейсон Судекис. Что это было? А что, больше никого не нашлось? Да, сюда смотри! Пропуск. Она собирает вокруг стрёмных тёлок, чтобы самой выглядеть на миллион. Красотка. Уродка. С ума сойти, ты просто гений. Зимой. В кинотеатрах.